Всем привет! У нас сегодня коротенькое видео для нашего нового плейлиста. Мы еще не знаем, как мы его назовем. Или вяжем-повяжем, или дела вязальные. В общем, подумаем, когда еще будут у нас какие-то работы, мы все туда, в этот плейлист будем складывать. Показываю жирафика. Это Лера связала. Такой вот чудик славный, с рожками, с ушками. На пузике у него сердечко. Такие лапки. Линейку положила для того, чтобы размер видеть. Сейчас я его положу, чтобы измерить. Лера, сколько ты мерила? 30 сантиметров. Да, 30 сантиметров он в высоту. Извиняемся, что мы в темноте снимаем. Просто днем некогда было. А сейчас все мелкие уже спят, и мы не включаем большой свет. В общем, вот такая славная игрушечка получилась. Лера результатом довольна. Мне он тоже нравится. Он довольно аккуратный. Конечно, это не мастерская работа, чтобы деньги зарабатывать, да, Лер, на таких игрушках. Но для того, чтобы ребенку играть или в интерьер, очень даже неплохо связано. Связано из пряжи детская новинка. Мы его взвешивали, сколько у нас ушло? Не взвешивали? И остаток не взвешивали. А у меня где-то... Ну, моточек, да, в общей сложности. Меньше? Меньше. Меньше мотка ушла. Ну вот если в нашем магазине, этот моточек стоит 50 рублей. Детская новинка. В общем, меньше 50 рублей. И плюс еще чуть-чуть синтепона. И все. И счастье в вашем доме поселится.